Привет, меня зовут Мария Калмыкова, я пиар-директор самого крупного ресторанного холдинга в нашей стране «Новиков Групп». А я Михаил Кителевский, руковожу спецпроектами в «Новиков Групп». Надо сделать, как профессионалы делают. Все, немножко декантировать. Луковатый. Такой бархатистый. Да, не чувствуешь чернослив? Да, немножко такой чернослив, обволакивающий аромат, да? Ну что, давай попробуем. Давай. Оно даже немножко прозрачное, видишь, то есть оно не сильно такое. С красным, конечно, это какой-нибудь камин, где-нибудь в каком-нибудь уютном шале. Романтическое какое-то вино. Тарелочка с сырами. Вот я вижу здесь берганзолу. Утка конфи. Я бы приготовил пасту. Либо Италия, либо Франция. Миш, давай решай, что я это. Я Италию люблю. Ты говоришь Италия, я говорю Франция. Я говорю 1800. А я 1200. Да-да-да-да. Ни ты, ни я, ни Франция, ни Италия. Ну и, кстати, классная этикетка. Стоит очень приемлемо. Я такое ощущение, что она под мясо, да, судя по тому, что тут нарисован бычок. Оно вкусное. Оно очень легкое. Да. Ну, это уже такое. Тут есть какие-то нотки кислинки. Может быть, это ежевика? Ну, оно более насыщенное, терпкое и кисленькое. Да, кисленькое. Да. Ты знаешь, я, наверное, бы вот под это вино тартар мясной. Я вообще такой гурман простой. Мне вот пасту отвари и все. Лег, укутался. Хочет расслабиться. Читаешь книгу, а кислинка немножко так дает. Ну да. Миш, давай конструктивно рассуждай. Давай. Значит, итак, чётенько. Первое, чётенько. Это не Франция, это не Италия, уже понятно. Я думаю, что Чили теперь все-таки. Чили. Maybe yes, maybe no. Может быть, Аргентина? Он такой красивая. Мне очень нравится бутылка. Аргентина. Слушай, ну она крепче обычного. А бутылка очень красивая, мне нравится. Прям реально. Миш, ты эстет? Ну смотри, правда. Миш, ты эстет? Я просто как... Миш, ты эстет? Да я, да. Миш, эстет? О! Вообще, вот это аромат. Вообще. Вот это мне очень нравится. Реально здорово сказано. Оно даже, смотри, такое темное, такое ягодное прям. 100% смородина. Черная такая, ароматная. У меня мама варит варенье из черной смородины. Она, мне кажется, так же прям пахнет. Еще немножко аромат дымки такой какой-то. Под любое мясо я бы его предложила. Под хороший стейк. И вообще, что связано с мясом, это идеально вообще подойдет. У него цвет еще очень красивый. Хорошо бы открыть бутылочку где-то на пике, горнолыжный курорт. Я еще что-то вижу такое, ужин с друзьями. Я думаю, что это чили. Я даю 2. Ну, за него можно много отдать. Но я думаю, что он опять же не такой дорогой. Пусть будет 1000. 1750 рублей. Как красиво. Чили, ты угадала. Рекомендую. Друзья, пожалуйста, берите это вино. Вы будете абсолютно счастливы. Это попадание в точку. Раз, два, три. Конечно, вот это третье, это бомба. Мы выбираем точно номер 3.